Семера. Не одна. То, блядь, все ясно, в общем, становится так-то. Еще бы взять такое. О. Божественная карта. Гордый леопард. Что же поделать-то? Не кажется ли, ЕСОТ, ты охуел? Вражеский, да. Он просто стал ромбом, короче. Есть пробитие. Пробитие. Уничтожен. Какое было пиздец? У меня две. Просто я вот даже вот не верю своим глазам. Иногда, блядь, в то ж. Тому, что происходит, блядь, все вообще пиздец. Вот просто они стоят. 50-120 хэвик. В открытом, блядь, поле, можно сказать, в них никто даже не пробует стрелять в первый раз. Может, это мувы такие, блядь, типа. Настолько. Это как, не знаю, спрятать вещь в самом. В видном месте и ее хуй кто найдет. Цель захвачена. Пробитие. Есть оставить цель. Есть попадание. Повреждение гусеницы. Шанс взрыва увеличен. Есть пробитие. Пробитие. Есть пульки? Готов. Да, у меня еще есть пачка лагов. Я вот никогда не поймал чуваков, которые там стоят, типа никто даже вперед не едет в кусты. Ну да, хотя бы сюда приехали бы в кусты. Понимаешь, типа, только кто-то подъедет, а не сдох. Это один поехал. Пантеру светит. Понятно. 140. О, блядь. Ой, блядь, я сейчас скажусь. Мне кажется, или просто Уфля не ощущает никого? Да. Она стоит, да, просто на месте? Ну, меня вот сюда.
Поехать по нетру убишь. О. Броня не пробита. Сука. Цель захвачена. Есть оставить цель. Есть пробитие. Танк уничтожен. Сука, охуел, блядь. Просто охуел. Лола, куда у меня прицел пропал? Не знаю. Ну, сука, прицел исчез. Серьезно? Ну, там ехал этот 120, я развернул лицо, а что-то прицела не было, вообще никакого. А ну это у тебя просто в другую сторону ушел. Я вчера так Колобанова проебал. Движение невозможно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Барабанная, блядь. Ну ёбан. Он и сдох. Он в тайп отстрелялся. Блин, так обидно. Да. Сейчас бы просто easy damage. Вообще не лечит. Еще бы попадало. Хуйня это. Они расшанули. В принципе. Такое можно и въебать, хотя нет. Пойду я, короче, кофейку себе сделаю, а то я, блядь, залипаю. Обидно. Очень обидно.
Ты 4500 настрелял. Если бы не отдался, настрелял бы еще 1002 точно. Да, блять, просто, ну, психоз, блять, какой-то. От этих каток вырабатывается. Ты тут? Чего? Что чего? Кто? Кнопки жми. Красава. В моем чате у тебя спрашивают, кто топ игрок команды Нави. По всем показателям. По всем? По всем. Прям по всем, по всем. Нет, сила, таких, выносливость. Нет таких. Бой начинается. Посветит бы чат, интересно, или нет? Похоже, нет. А у тебя нос как у меня почти, да? Чё? У тебя нос как у меня. В смысле нос? В прямом. Пушка что ли? Ну. Смотри, у тебя такая же толстая хуйня, как у меня на центре. Да. Чё там, правило трех калибров, да, блядь? Сколько там на макушке у 140-го, блядь? 2 миллиметра брони? Ай! Ну, блядь. Ортоблядок. Слишком мало. Мне рука аж ушла, блядь. Увидели 100 и попятились назад. Пидорасы, блядь, ебучие, сука. Блин, тебя откачивать. Стали блочат, нахуй. Ёбаный ИС-8, тупо конченый. Меня заблочил Центриона. Хуесос ебучий. Цель понял. Поставить цель. Блин, меня просвечивает, наверное, да, и в моменте. Он же тебя уебет. Е100 рак, блядь, не можешь пробить его 2 раза. Блядь. Только, сука, голову почесал.
Просто весь бой нахуй пошел. Вот да. Цель захвачена. Есть отставить цель. Не пробил. Где-то вафельный пацан заехал фуловый, кстати. Я 105-ка даун, да? Понял. Мне понравился бой. Класс. Ирина, ты молодец. Я на центр не поеду, я поеду на ноль, блядь. О! Бачат 54, блядь. Снайпера.
Внимание, пробито. Пробитие. Ага. Понял. Лина, а что? Ты где ты умер, блядь? Ну, центр расшанули, отпиздили. А, ну вот поэтому я и не хотел на центр ехать. Ну как расшанули? Я стоял такой, стрелялся. Там с плитом просто они заезжают, и ты не можешь засейвиться. Я стрелял в 90-ков. Мне каким-то хуем дали прострел сверху, чуваки из деревни. Потом мне сломал БК Центурион. Когда я проезжал дорожку, просто расшел бачат, взвесился и расстрелял. Сука. Как же меня бесит эти бачаты, это просто пиздец. Что союзные, что свои, блядь, эти барабанщики нахуй. Просто, блядь, танки аннигилируются за 2 секунды нахуй. Давайте, блядь, реально сделаем игру, блядь, которая будет из одних барабанных танков нахуй состоять, блядь. Конченые долбоёбы, блядь. А в деф никто не хочет, да? Все в атаку и захват базы. Бачат куда-то поехал. Тебя едут, ебать, блядь, стрелякаешь ты тут. Цель понял. Есть оставить цель. Готов. Вот ты едешь, идиот, и кусок, блядь, тупорылого, нахуй. Тебе, блядь, в борту, нахуй, ФВХа, блядь, он едет. Мне бомбить начало, блять, от этих дебилов. Есть пробитие. Цель захвачена. Есть отставить. Ёбаный зажим кнопки, сука. Пробитие. Бы и нет.
тебя не бывает такая тема, что вот кнопку когда зажимаешь, чувак там меняет направление, то ты уже не успеваешь реагировать. Да, есть такое. Куда ты свалил, Васян? Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Пробитие. Вот ты классный. Хотел перекрыть от хэвика и такого, блядь. Так бы если стрелял. Полностью его зафигачил. О, ничего себе, аппарат какой. Чё? Аппарат у тебя же серьезный. Кто у меня? Аппарат! А! Бой начинается. Ты слышишь какой-то паран или аппаран? Тут не разобраться сразу. Уничтожен. Попадание. Пиздец, куда улетело нахуй? Каточки же хочу. Есть пробитие. Кто посмел, блять? Вафли ебаные. Хуйня свою стоит, подожди. Пробитие. Я не понимаю, как я, блядь, здесь не свечусь после. Не пробил. Помню, раз. Я свечусь, блядь. Ну, подрило, блядь. Он мне опять башню сломал. Пробитие.
Господи, блядь. Я думал, он стоит в хуйне своей в FG1. У этого долбоеба ходит камень, он за ним стоит. У нас просто и арту ебут, блядь, стэшки. Просто из 7 такая имба, блядь. У меня даже горит не то, что вовсе там 2 секунды КД, мало ли такая на барабан. У меня, блядь, пробитие ебанутое. Понял, блядь. Ах, мне в маску пробил, конечно же. Я не знаю, свечусь или нет, блядь. Я вот реально не знаю, что такое. Вчера нормальные бои были, сегодня вообще какая-то блевотня. Бой в бой. И эту блевотню никак не скинуть. Да нужно просто перестраиваться. Потому что сейчас баланс танков таких, такой, что у тебя, видишь, катаются все, где хотят, блядь. Хотят, что хотят, делают. И это, блядь, норма. Как бы чуваки в чате там. Маскировка на совка обязательно. На любого. Все низкие, всем она нужна. Есть пробитие.
Броня не пробита. Броня не пробита. Долго ли он рандомил? Да блять, что за хуйня? Понял тебя. А за тобой там вафли нету, блядь? Минус один АТ. Сука! Легвод контужен. Скорость движения и поворотов снижена. Гусеница восстановлена. Можно ехать.
Стандартный ортопидор. Мага нет, нихуя нет. А ладно, мага нет. Для меня на СТ-10 5000 это не урон. Как вроде шпатн соснулый. С чего для он соснулый? Нормально. Из-за размера своих. Ну как? Если перестраиваться на крысу играть, блять, то он нормальный. Тут как бы вся хуйня в том, что трудно взять и себя заставить перестроиться, блядь, допустим, с игры активной, как на совках, на игру, блядь, изи снайпер. Цель захвачена. Есть отставить цель. Данный, блядь, сейф заехал. Блин, а он так-то прострелит в макушку, сука. Борщ-то? Не. Ну, здесь, в принципе, поджать, наверное, можно. Пробитие. Есть пробитие. Цель захвачена. Опа. Ща. Есть отставить цель. Прикрыть можешь? Пробитие. Это далековат. Блять, мне еще. Есть отставить. Оставить. Да яга. Я не хочу, чтобы ты в меня стрелял, урод. Сворачивается. И сушка. Есть пробитие. Броня не пробита. Ну хули ты там делала, ебаная яга? Конч, сука. Есть попадание. Цель захвачена. Есть отставить цель. Надо было сразу уезжать, когда мне первый раз простила. Броня не пробита. Пробитие. Надо саппорт. Сейчас. Пиздец. Блять, свертка не пошла. Мне ГГ, блять, ебать.
Танк уничтожен. Заебись, блять, вот что я хочу сказать. Просто охуенно. Приехал хуесос, блять. Но если бы ты на карту смотрел, блять, то ты бы увидел его и стрелял бы в него раньше. Нет, я хотел борща ёбнуть. Просто получил пизды. Почему бы и нет? Пум-пурум-пурум-пум-пум. Это, а что там тебе нужно для партнерки? Не знаю. Бой начинается. Нормально. Там же нужно будет письмо, по-моему, писать. Я спросил у чуваков, там надо делать партнерку, они говорят, жди. Я жду. Чего? Я не знаю. А с чего вообще надо? Ну, я не знаю тоже. Ну, знаешь, вот, что принцип такой, что нужно... определенное, чтобы у тебя стабильно было количество зрителей, количество просмотров после того, как ты там, это показываешь, этот результат, то тебе дают партнерку. Какой-то определенный, какой конкретный результат, я не знаю. Не пробил.
Пробитие. Уничтожен. Броня не пробита. Блять, куда летит пулька-то? Пробитие. Попадание. Как же я люблю этих ИСУх и объектов. Эти вечные попадания, не пробития, Что еще за дилей непонятный был? Место пробития. Хотел чеку выставить К4, она уже уехала, пулька вылетела потом. Снайпер 2-8. Блять, ты можешь семеру напрячь? Ну а мне ебальник пойди поломает. Ну а кто поломает? Они на той стороне все. Ой, ее убьем. А, ну он отъехал вообще. Она просто меня контролировала. Пробитие. Сейчас я ей дам. Пошитирую, блядь. Что за хуйня, не понимаю. Пиздец. Сори, короче, чувак. Не знаю, там, короче, какая-то хуйня непростреливаемая. Ай. Есть.
пробитие. Повреждение выделены. Шанс разрыва увеличен. Пробито. Движение невозможно. Броня не пробита. Повреждение просто охуеть, блять. Семерочка. Просто там охуеть. Конквер просто дал. Конквер просто аутист ебаный нахуй. Он мне дал пульку по четверке, вроде задал назад, ему влетело в жопу с поджогом. Ай, такую катку въебать, блять. Вообще, где, куда это 57 Хэви наш уехал, да он? Нахуя он поехал через свою базу, ёбак? Сука. Можно ехать. Просто и четвёра это поехала, блять, на похуй. Так не вовремя, блять, я не смог съебаться из-за неё. Никуда. И этот 90-ик, блять, просто ездит на похуй, блять, конкуэр ничего не видит, блять, уёбок аутист ебаный, блять. Он ему мог бы дать как минимум две пульки, блять. Ай, бред. Конечно, семёра это, я не знаю, как она там стояла, зачем она пряталась. Там всякой хуйни понаставили, блядь. Эти заборчики, кучки, блядь, мусора. Хуй прострелишь, итоговая эта залупа ездит там, блядь, своими фритовой броней танкует. И рикошетит, блядь. Сука. Бой начинается. Она тебя с двух выстрелов убила, да? У тебя было там 1000 с плюсом. У меня 69 разъебало еще. Одна или две пульки. И чувака хватило альфой. Что так могло не проходить? Я поэтому не хотел ехать, я типа выехал, он первую пульку мне дал. Я не знал, что там 69 тебе с края, блядь. Нет, а мне 69 делал, у него позиция лучше. По сайту. Как раз хотел популькать, там где было 69, и поехать потом. Я не понимаю. У меня 420 обзор, блять. Есть оптика, есть все перки. Он решил еще по мне стрелять, ладно. Есть пробитие. Понял, блять. Есть пробитие. Он меня пробил кумулем через гуслю, блять, под нереальным углом. А это могу, как светит-то? Ой, хорошо.
опять ебаная изикатка, блядь. Конченая. Он не мне отстрелился. Ебать. Хуен. Сука. Мразота, блять. Воин, хуесос ебаный, блять. Похуй, зато дал на ходу. Процент выживаемости, ахуя. Сколько у меня маскировка прокачана? Фул уже, блядь. Страйк, тебе привет от Ванчеца. И от Ред Крабика. Поехали, блядь. И от Фанька. А, нет, Фанька не привет, он Лазот просит. Нет, Фаник, извини. Иди в доту играй. На камуфляж денег жалко, поэтому Исаак без камуфляжа. Бой!
60 разогнался. Кто? Ты. 25. Я от лица пулеметчика показываю бой. А у меня не пробили. Есть пробитие. Да ну ёбаный, иди нахуй с гуслями, дрила. Я сдох. Красава, блядь. Пидорас, нахуй. Гусенька меня ломает, блядь. Хуесос. Сука! Тайминг, блядь, сбились. Хуй ты, блядь, приебался ко мне. О, заодно сейчас пароль поменяю, пока это самое. Короче, блять, игра проебана, да? Ай, что здесь за ебаная кочка такая, блять? Просто в нули катка въебана. Блин, он на меня, сука, смотрит. Во, тебе привет от Фанника. Бать, вафля хуярит. Эй, похуй, блядь. Повреждение гусеницы. Шанс взрыва увеличен. Гусеница сбита. Движение невозможно. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Конечно. Просто, блядь, ёбаная вафля выехала нахуй. Фуловая, блядь.
Ебать ты затроп, у тебя 58% выживаемости. Точность стрельбы снижена. Общий? Да. У меня 45. Повреждение гусеницы. Шанс взрыва увеличен. Морда казака за кадром. Просто, блядь, пиздец. На самом деле, если позицию удачнее занял и получил бы от вафли, то затащил бы катку, скорее всего. Да. Я нормально, в принципе, сыграл. Где-то нехуй разбирать дальше. О, 640 заблокировано броней. 3800, я ебал, блядь. Короче, надо собраться. Пизду так. Интересно. Бой начинается. Интересно, много я пизделей на заезде получу или мало? Мало. То есть одно где-то пулечку, да? И одно там и пять. Ну так пять это же много. Относительно мало. Относительно, допустим, 20 шотов. Это же мало. Относительно моего хп. Это никого не волнует. Хп это, блядь, для задротов нахуй. Well. Sorry. Соли. Соли. Ой, какой друг у меня тут появился. Такая позиция ебучая, блядь, с этим кустом. Позиция охуиться. Да ну! Кинер, как пидор, выстрелил в меня. Просто зомбарь, блядь. Давайте. Подсветил, да?
Пробитие. Цель понял. Есть оставить цель. Пробитие. Цель захвачена. Цель потеряна. Это, блядь, за... Охуенная игра, блядь. Есть оставить. Танк, блядь, не может переехать, нахуй. 2 сантиметра, блядь. Ёбаный, блядь, батон, сука, а не танк, нахуй. Просто хуета, блядь. Гамбургер ебучий, блядь. Цель понял. Просто арта, блядь, уебёт сейчас. Есть оставить цель. Да, еду на лан в кубинку. Наверное, если нас пропустят на границе. Цель понял. Уничтожен. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Соси ты хуёк, блядь. Готов. Пидрила нахуй конченая, блядь. Хули с Т1 наверх заехал опять? Где это Е100, блядь, ГВ-тип? Есть пробитие. Цель понял. Есть оставить. Не пробил. Цель захвачена. Есть оставить цель. Пробитие. Вы чё, били новых, блядь, объелись? Есть оставить. Ебать, у тебя пушка опускается. Движение невозможно. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Готов. Цель захвачена. Там уничтожен. В пизду.
Что за хуйня, блядь? Бой начинается. Ты, блядь, свети, едь, баран, а не жопой виляй, дебилоид, сука. Едет, слышишь, 71-й передо мной жопой виляет. Типа показывает, смотри, классный я какой. Хвастается. Конечно, я стрельну. О, понял, я в свету. У тебя спина, блять, врывается в зон дебилов. Цель захвачена. А я тебя врываюсь. Просто, это, блять, такой профессионализм, я ебал нахуй. Зодный супер тимплей, блять. Минус сколько у него? Минус 2 вроде. Стайл. Подтверждаю. Есть пробитие. Когда они врывались, я думал, сейчас меня просто запиздят, и я опять нахуй целю катку. Там такие, блядь, профессионалы нахуй. 4-4 просто. Бронированный нахуй танк. Не, да. Я с той стороны их прошу. Это просто, блядь, ёбаный бред, нахуй. Ебануться можно. Просто можно ебануться. И минималочки. Просто, блядь, такой трэш, нахуй. Уже должно было быть у этого ИСа 8, блядь, ХП. Два раза меньше, блядь. Мне что-то этот тапок хочет.
Броня не пробита. Понял, короче, НЛД не пробивается. У ИСа 7, блядь, снизу вверх, голдой. Не пробилось. Что, ты ебанулись, что ли, блядь, совсем там нахуй? Пробитие. Ебануться можно. Есть пробитие. Пиздец, просто, блядь, такой бред, нахуй. Я уже должен был тут найти танк. Броня не пробита. Движение невозможно. Ты, короче, мне в отместку. За то, что, блядь, не пробил мне этот ФВ, блядь, и 44. Я, короче, выезжаю такой, полностью свожусь, на меня смотрит лбом ИС-8, да, ну, в мою сторону. Четко прицелился, стрельнул, не пробил, блядь. Второй выстрел. Четко прицелился, выстрелил в грунт ебаный. Третий выстрел, четко прицелился, выстрелил минималка. Четвертый выстрел, четко прицелился, выстрелил минималка, блядь. Потом ИС-7 начался, нахуй. А потом я высосал говна. Казава. Движение невозможно. Пробитие. Можно ехать. Пробитие. Это нормально у тебя все? Должно было быть 1007 урона. Ну, я не пробил два раза ИС-7 в нижний лист, при условии, что он для меня был под очень выгодным углом. Голдой. И не пробил, не знаю, куда-то в лоб. Голдой тоже, блять, этого ебаного ИС-8. Потом минимал. Короче, 1007 должен был настреливать. В следующий раз повезет. Или нет. Или нет. Блять, так-то у нас это. Сетап проигрывает, пиздец. Их сетап услышишь. И куда оно? Не знаю. Надо по-любому хотя бы зелень занять, чтобы потом отбиваться. Бой начинается. Ну ты типа, не знаю, надо ли... Ну я и тоже не знаю. Я смотрю на себя и такой, блин, думаю. Ладно, не думаю. Я не хочу в город там эти ебучие ПТшки, пошли не нахуй. Что, дедуля мутит? Кстати, я смотрю каждый бой, когда я езжу на зеленку, какой-нибудь дебил просто раз что подыхает на шестой. Ремку пожалел. Пацан. Я вообще без фотки ебал. Опа. Опа. Не стоп. Сука! Шанс разрыва увеличен, если ставит цель.
Прикрытие. Пиздец, блядь. Просто на ровном месте. Какая-то хуета вылезла, блядь. Вроде на каточке. Хотя, заремается, наверное. Не похуй, блядь, у меня все в говне и так. Пиздец, просто, блядь. ПТшка рвается. Есть пробитие. Мне надо саппорт с ПТшкой. Прям ко мне сейчас. Я оставил. Пробитие. Цель захвачена. Ну она меня уебёт, ты ко мне не приедешь. Я не знаю. Пробитие. Эй, похуй, блядь. А эй, похуй, она просто, блядь. Увидела меня и все, на. Мишин, блядь. Готов. Она не пробила, раз. Что за педрило там стреляет издалека? А, тигр. Тигр авкает. Знаменитый кемп ищет тигр. Не, не авкает. Помавкает это бот. Да, вот. Или не бот. Или мы оба его не пробили. Может не пробили, он мог как-то. Есть пробитие. Не, он стреляет в ответ, это умный бот. Ну так есть next level боты. Они стрелякают. Прикольно. Прикольно какие-то такие ботики. Ой-ой-ой. Ой, приятненько-то как. Не пробил. Ты как хуй тут пробьешь, потому что оно попало между экраном. Нам ебал. А где он? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Читер. Читер. Просто я охуел, как, блядь, это, ЕСОТ этот вылез нахуй. Я еще уперся в этот дом, блядь. Ну, короче, я, он вылез в тот момент, когда я на перекосяк стоял, блядь, и я не мог никуда засейвиться. Ой. Бой. Да, ты не замечал вот поведение серверного прицела не поменялось ли в последнее время?
Вроде нет. Только вот сегодня что-то уже два случая было, когда прицел к тебе не летает. То есть он уже должен был довернуть, а он все еще где-то там поворачивает. А это когда ты корпус поворачиваешь в одну сторону, а башня ушла через другую сторону. Я вчера все так Лобанова проебал. Такого не было. Не, это бывает периодически. Это больше. Есть пробитие. Ого, и 4 раша на морозе. Пробитие. Не стоп. А ему плохо. А хули, блядь. Он, наверное, перепутал, блядь, что. Акция на СТ-шу только, блядь, сел на СТ-шу. Твоя мать, хоть ты развернул ебало свое. Годы в нем этих уродов. А я их покажу. Есть пробитие. Даже мне в жопу прилетит эта арта, она там стоит. Пробитие. Противник в огне. Противник в говне. Готов. А сейчас не горит. Можно ехать. Добью. Броня не пробита. Понял. 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 Не добил. Я поехал забирать замок.
Давай. Бой начинается. Давай типа 61-го убьем. Чем? Не знаю. Чё-то пишет? Не. Просто мне не нравится. Да, давай убьем. Давай. А что там приехало на пушку? Бач. Опа. Обычно, да? Он не только бачит. Бля, я хочу его фугас ебануть. Все, достаточно. Опатин. Есть пробитие. Цель захвачена. Есть отставить цель. Что залип? Пробитие. Рикошет. Законно? Рикошетировать? Да. Смотря в какой стране ты живешь. Есть пробитие. Пробитие. Цель захвачена. Цель потеряна. Ты, блядь, дурак! Я? Да и ФВ, блядь! А, сори. Шохнутый, блядь. Оборудная! Шо? Ай, у тебя боли. У тебя боли. А что, тебе орда прислала, да? Я не знаю. Я был, короче, ХП было, все было, но бах и не стало. Да мне уебало, короче, это. ФВ ХББшкой, блядь. Блядина, ёбаная. Конечно, что ББшкой, блядь. Тебя, может, камулем не пробило. Ой, это... Я не заметил, вообще, криты какие-то были, кто это ёбнул вообще? Броня не пробита. Там вещат, пацаны, кто видел? Я не видал. Да. У меня были свои боли. Ну, блин, как обидно.
User joined your channel. Алло. Чё тебе? Чё вы делаете? Тебя обсуждаем, какой-то урод, блядь. Отлично. Конченый нахуй. Чё ты... У тебя же сейчас тренировка в страйке. Чё ты не тренироваться? У тебя же потная игра сегодня, ты чё? У вас игра? Да. Кстати, да. Жестко, да? А с кем игра? Это Страйк мутировать стал с этим паттоном. Что значит мутировать стал? Типа мутант. Ну, на лбу кое-что выросло у тебя. Ну, по-разному, разные же мутации. Короче, go last катку. Go last катку. А я еще катку сыграю. 2-3. Ксеныч, не бань людей, заебал. Ладно, короче, сейчас подойду. Просто так. Он же ничего не написал. Он подумал. А с кем у вас игра? Страйк. Хуй знает, не знаю. С майнами? Без понятия, с кем игра. Как у вас это, с Роксами, короче, игра. Круто. Круть. Противоаннигилятор больше башни. Он мне советовать будет. Бой начинается. Как против него хуярить. Можно тебе в густо стрельнуть? Нет. Рай. Нет. Ладно. Кстати, я на тесте стрелял только по густям без урона, по своим, и мне бан дали. А сейчас. Новая система работает. Охренеть, я в свету. Ой. А мне похуй. Он что сейчас будет? Ёбаный рот. Сейчас, короче, такое будет. Какое такое? Я не знаю даже сам. А тут дома. Там. Короче, ничего не будет, я ебал. Ой, блядь, что за позиция конченая такая? Опа! Опа! Я, блядь, дружаня. Опа! Приехал. Зе, ой-ой-ой. Не пролил. Сука! Ебанулся, что ли, блядь? Это что за хуйня? Просто, блядь. Просто ебануться можно. Ненавижу эту конченую карту, блядь.
А, не, это просто, блядь, какой-то пиздец, сука. Это просто какой-то, блядь, пиздец, нахуй. Это что за хуйня, блядь? Просто идите нахуй, блядь, варгейминги, конченые пидорасы, блядь. Уита, алло. Алло. Фуло. Долго еще играть пошли, на? А чё, блядь, тебе нахуй? Ты хочешь в Hearthstone потом пойти поиграть? Ты умеешь в Hearthstone играть? Ну, я сегодня обучение прошел и одну катку сыграл. Круто, да? Ну, можно будет без стрима пойти поебашить. Один на один, если... Или ты прошёл? Ну да, один на один. А шо, у меня, короче, есть стандартная колода и все. У тебя что-то есть еще? Не, у меня нет. Бой начинается. Я тоже прошел обучение и все. А, отлично. А как я сыграл там не одну катку, а каток 10. Но это все равно хуйня. Че, как там ломался? Ну, наверное, 50 на 50. Прикольно. Ну я разными играл. Ну не знаю, меня бесит в ебаном Херсоне то, что там реально как попрет. Мага. У меня там ходило на руку только карты типа бафа, там или хекса, ну, в отцу кинуть. Ну да, это и просто не прикольно. Ни одних карт на типа раннюю игру. Да, то понял. Есть стоит мало маны. Ну да, 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 знаю, такая есть хрень. Пиздец. Там реально не реально рандомно играет. Потом чувак просто заставил весь стол, блять, в хуйней. Все ебашутся. И все хилятся. Понял. И еще у него эти провокаторы есть, которых сначала убить сюда, наверное, надо. А то у всех есть такие карты. Вот, тут просто жопа как горит от них. Ну там можно реально выставить. Чтобы просто хрень. Не, это не игра, это такое говнище рандомное, это пиздец. Просто пиздец. Гоша, после 8 поиграем в Hearthstone. Так у нас трени. Нет трени сегодня. В смысле нет трени? Нету сегодня трени. Да ладно. Да. Так в расписании есть. Да ладно. Ну. В смысле? Ну открой расписание, посмотри. А с кем трени там стоит? БГВП. Лол, я не знал про это.